Столкнулись с новым мировым кризисом. Проблема голода охватила большинство стран, что привело к росту преступности, коррупции, бедности и острой нехватки продовольствия. Мы видим репортаж около штаб-квартиры к самых влиятельных корпораций. Прямо сейчас состоится встреча глав компаний по поводу решения проблемы мирового голода. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Здравствуйте! Вслед за пандемией надвигается новый мировой кризис. Из-за перенаселения планеты голодают люди, не хватает ресурсов и продовольствия. Сегодня у нас в студии компания, которая заявила, что у них есть решение проблемы голодающих. Поговорим с главными экспертами компании Global Biotechnology. Здравствуйте! Выход есть! Наша компания уже больше 20 лет занимается выращиванием мяса, овощей и злаковых культур в специальных лабораториях, биофермах. Содержание одной биофермы в 10 раз дешевле, чем содержание скота. К тому же, это решает проблему убийства животных и загрязнения окружающей среды. А тогда почему ваши биофермы все еще не популярны в мире и не решили проблему голодающих? Ну, у нас много противников. Люди боятся таких изменений. Боятся, что роботы – это очередной способ контроля над ними. Также мы встречаем сопротивление от представителей разных религий. Они считают, что мы нарушаем божественный замысел. Мы благодарим экспертов, а с вами были горячие новости. Организация Рубик. Сколько времени требуется, чтобы создать 1 килограмм мяса? 2 часа. Как вы считаете? Конгрессия большая, но мы справляемся. Мы все больше 20 лет. Да, может, и скорее всего так и будет. А может ли появиться новый вирус за вашу продукцию? Нет. Вирусы отклонены. Извините, по разрешению нам надо бежать. Добрый день, коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Рада вас приветствовать здесь. Предлагаю начать обсуждение. Мы не можем начать без них. Что это за шум? Да, я, кажется, тоже что-то слышала. Буду проверю. У нас нет времени ждать. Надо как можно скорее начинать. Надо их подождать. Сейчас сидите за мной. Здравствуйте. Господа, во все времена были проблемы. Но сейчас, как никогда, мы должны помогать людям. За 20 лет исследований и экспериментов нашей компании не было ни одного несчастного случая. И я надеюсь, смертей от голода больше не будет вовсе. И прошу финансирования для нашего проекта. Мы считаем, что смогли бы внести существенный вклад в решение проблемы мирового голода. Несмотря на то, что мы недавно на рынке, мы собрали достаточное количество знаний для решения данной проблемы. Я, как представитель американской компании по защите экономики, считаю, что естественный отбор сам покажет, кто останется, а кто нет. Тем более, эта сумма не такая уж и глобальная, чтобы решить проблему голодающих. А мы, как компания, понесем огромные убытки вплоть до разорения. От французского банка Скринбанк хочу сказать, что это большой риск вкладываться в неизвестную компанию, у которой еще нет громкого имени на рынке. Надо дождаться времени, когда она получит авторитет и выбиться вперед среди своих конкурентов. Я, как представитель Международного профсоюза рабочих, хочу сказать, что люди не готовы впускать в свою жизнь роботов. Надвигается кризис, и люди не знают, что их ждет. Что если ваша система лишит людей работы, и вся ситуация с голодом усугубится? Я от лица международной компании по контролю питания заявляю, я учитываю все интересы людей.
Никто не хочет есть несвежее мясо из пробирки, которое выращено искусственным путем. Биофермы и так далее никогда не смогут заменить натуральные продукты. Да, с этим я соглашусь. У кого-нибудь есть еще мнение на этот счет? Нет. Тогда предлагаю проголосовать. Кто за эту идею? А кто против? Ну, тут все очевидно. Извините, но мы вынуждены отказать вам в финансировании вашего проекта. До свидания. Всего хорошего. До свидания. И что же нам теперь делать? Если они не хотят отдавать нам деньги, мы должны их забрать. Мы должны позвать русского хакера. Когда мне было 10, я уже не сомневалась, что мы живем в цифровом мире. В 14 лет я могла взломать что угодно, хоть Пентагон, хоть военный спутник или Международный банк. В отдельных странах я могла повлиять на результаты выборов президента, остановить работу заводов. Долгое время я работала на КГБ, ФБР, на тех, кто хорошо платил. Но со временем я поняла, что помогала врагу. Это бессовестные, безжалостные люди, которые перемалывали судьбы миллионов людей ради власти. На этот раз я хочу помочь простым людям, чтобы восстановить баланс сил и справедливость в мире. Мы ведем прямой эфир около пункта выдачи еды компании Global Biotechnology. Несмотря на отказ финансирования от крупных корпораций, они смогли завоевать доверие людей. Теперь подобные пункты мы можем найти в каждой стране, в которой уровень голода превышает 20%. Надеюсь, проблема с голодом решена. Пусть всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет Global Biotechnology. Этот день войдет в историю человечества. С вами были «Горячие новости». Дубль первый, тишина. Наверное, люди, которые тут спортом занимаются. Супер, молодцы. Нет, мы против. Лучше у нас обанкротится компания, но мы поможем этим детям. Но это неразумно, и вы готовы жить на улице ради каких-то детей из Африки? Ну потому что все люди должны жить. Если ваши дети были бы голодали, вы что для них сделали? Вы также отдали бы все средства для них. Мы против этого, потому что мы должны помогать детям Африки. Вы понимаете, что наша компания пойдет до нуля? Да. Ну, подписывайтесь договор. Нет, не подпишем это. У вас есть другого выхода? Лучше мы обанкротимся, но поможет детям Африки. Несмотря в отказе от финансирования крупных корпораций, они нашли... Камеру врубай. Святослав, здравствуйте. Какую роль играете? Я главную роль, я директор. Что вы меня снимаете? У вас даже нет лицензии. Есть, я снимаю бэк. Во, хулиган, блин, он нифига не делает, он просто достраивает хреник. Классное освещение, кстати. Я заканчиваю бэкстейдж снимать, да? Да.